бачиш, чи ділиш куриш? Куди хабальні бажі? Яка сусідня знає, що я купаю хабальні. А, я теж купаю, то поїдьте. Сусідня, як спускаєшся? Чому готуєш? Я розложу костер, щоб жити тут. Ти не економиш? А потом бах, там дошел, вот еще взрывает. Как у нас это подруга, блядь, чувака у нас. Трубка вообще жесткая. Жесткая, сейчас мне снимают видеокамеру, я должен пока сделать хороший вид. Можно эффекта добавить. Даже наш. Вот. Ну, сейчас пока погуляем. Блин, ты, ну плохо сфотка получилась у меня. Нормально, шикарный телефон. Ты видишь, что с ним? Угу. Пойду в кадр попадать. А у меня есть полно еще. Говорю, тогда я говорю это, поехал домой, все, пораньше. Сам говорю, запрещал их написать. И теперь конкурс лопатка раскочегами, да? Прикольно, вообще, это мне просто единица. Вот сейчас мы думаем, сервис откроем благодаря этому. Давай, давай. Инструмент, деньги зашипать в курсе. Вот, просто это подъем, для бизнеса, для моего нового. Ну еще такие, черти. Ну везде бывает какой-нибудь. Они хотели показать, что они все-таки работают. Департамент экономической безопасности. Ну, то, что для автосвета вполне просто. Но я так думаю, что больше не потом. Они сделали упор, что зачем вы покупаете? У меня для автосвета. Должен. Я поэтому проявил зеленое инструмента для автосвета. Нормально. Я понимаю, что там ничего для автосвета. Да и там тоже. Везде есть свой смартфон. А это, в принципе, перемешать. Особенно если он стоит по какому-нибудь направлению. Ну хорошо, что этот фотограф у меня неудачный был, поэтому действительно у меня другая конструкция. Да, ничего. Не надо. Краску выпала, ставил галочку, отлично. Вот все какие проценты. И тот не успеет прокрутить. 250 рублей. А сюда давайте я покручу его. Если считать на 900. Тут что-то забыли немного. А ты знаешь, это как в этом рекламе. Один мангал, мы переворачиваем. 250, да? Да. Сейчас мы выходим, выбираем шашлык. Не, что я сказал. Даже просто готов пойти. Не, ну как ты сейчас искали заказать? Да вот уже... Джек Дэниелс! У нас все время кому-то посредственно на работе ходит со всеми... Ты сначала смокинг одень, а потом вискарь. Нет. Да, 5 и 4. Какой же...